Я не люблю слово «хакер», мне нравится, например, «задрот». Для многих это такое умиление, типа, ой, девочка-докладчик, девочка что-то рассказывает. I started to learn Russian only because of this conference. Уже умеет устоявшийся статус и авторитет вообще среди мировых конференций по информационной безопасности, именно техническая направленность. Здесь нет одного четкого организатора, есть группа людей, которым нравится информационная безопасность. Что касается целевой аудитории, то она не меняется, в принципе, из года в год. Это технические специалисты, кому интересна информационная безопасность, и неважно, это разработчики, системные администраторы, либо просто студенты, которые только начинают свой путь. Чтобы это главное было глубоко технически интересные знания, чтобы люди узнавали что-то новое и развивались. Любые конференции, которые создают комьюнити, это круто, и автоматически это достаточно полезный и любопытный контент, который up-to-date. Все-таки это больше тусовка, это не что-то, где можно почерпнуть огромные знания. Встретился с человеком, с которым мы 5 лет разрабатывали программу, просто там в коммитах на гитхабе переписывались. И тут оказалось, что он рядом ходит. Вот такие моменты действительно ценны. Я очень рад, потому что это уникальная experience. People was really involved for the community, so it's really interesting to have this atmosphere. HDS нацелен на налаживание каких-то бизнес-контактов. Зеронайз преследует другую свою какую-то сферу. Больше на какие-то железные реверс доклады, эксплойтинг. Нет, если им это интересно, и они хотят быть, ну, скажем так, на острие информационного развития, то, естественно, они приходят на Zero Nights. Если им это не интересно, они не приходят. Но это дело каждого. Это просто кто насколько болеет и интересна ему работа. Мой честный ответ был бы скорее, что вряд ли они что-то здесь именно вот найдут для себя в практическом смысле. Ценник лично, на мой взгляд, 10 тысяч я бы не заплатил за это. Я докладываю, поэтому попал сюда бесплатно. Но вот 3-5 тысяч вполне, мне кажется, нормально. Вначале я покупал сам, как студент, билеты, потом оплачивала компания, а потом я стал одним из организаторов. Задрот. Человек, который задрачивается на чем-то, который увлечен своим делом по-настоящему, подлинно, не просто так. И он постоянно думает об этом, он горит, живет этим. Вот это настоящий задрот. А хакер это все не имеет смысла.